современный, европейский, невероятно красивый город у моря. А потом братья пришли. И все закончилось. 2 марта я была в роддоме как раз, ну, начались обстрелы. Из-за обстрелов, да, прекратилась родовая деятельность. 3 больница Мариуполя. Там лежали отдельно руки, отдельно ноги. Отдельно даже голова одна была. Стоял такой уровень крови, что ты идешь, она у тебя хлюпает под ногами. Драмтеатр, в котором были беременные девочки, в котором были дети, большими буквами было написано «Дети», погибших там 1000. В подвале находилось 200 человек, и на подвале, которые остались живы. Вверху, которые люди находились, там их было около 1000. Самое сложное было вот не сойти с ума. Твоя жизнь от тебя не зависит. Она зависит от людей, которые стреляют просто в тебя ни за что. И вот среди этих 40 миллионов проклятий, боли, слез, страха, отчаяния, потери, одно есть мое. Матери, которая потеряла сына, он был убит у меня на глазах. Ladies and gentlemen, to honor those we have lost, please welcome back to the stage the incomparable soprano Jana Alkhazova.